топовым финалом Рубен Бриллиант! И этот матч перейдем. Ну, на этой игре, дорогие друзья, вчера сборная России одержала победу. Опять же, мы много раз говорили, что при нынешнем формате отбор. Его судитель только арбитр, с этого поля сборная России, Дмитрий Шишин, передача на Юрия. Ну что, друзья, последний полтайм, какие-то сложные передачи, потом из хорошей ситуации зачем-то неудобный удар наносит. Давайте, хватаем, выявляйте, у вас хорошая тренировка сейчас, давайте. 10-15, 10-15, а сборная. Проходит на стадион слева от меня. Кто проходит, но как не подсказали коллеги. Лёг, лёг, лёг. Паскету подойди, поближе. Паскету ложи. Два, три. Встаём, мужики, поехали! Давай, давай, все, все, встаём! Встаём, 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 мы теперь! Подробности, ну, понимаешь, точка. Спасибо большое! Пока! Победа! 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 Победа